Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему, когда кто-то произносит громко мое имя, мне хочется плакать, начинаю ненавидеть свое имя, себя и все, что со мной связано. Хочу себя, с собой что-то сделать, считаю себя во всем виноватым. Начинается такая агрессия, от которой начинается одышка. Может ли это быть влиянием извне некоторых людей? И дата рождения. Ну, зачем дата рождения для меня здесь, в принципе, остается загадкой, для чего вы, в общем-то, свою дату рождения написали, потому что, психологам, да, дата рождения не нужна ваша. Я думаю, что то, что вы описываете, связано с несколькими факторами, и главный фактор — это то, как вы воспринимаете свое имя, вот, и с чем оно у вас, в принципе, ассоциируется, ваше имя, да, вот, то есть, бывает очень часто так, что человеку хочется, когда он слышит свое имя, хочется, чтобы его, как-то приласкали, да, вот, хочется, чтобы сказали что-то хорошее, вот, и если этого не происходит, то человек начинает, допустим, злиться, человек начинает, допустим, испытывать какие-то негативные эмоции, вот, негативные переживания, вот. И, соответственно, это то, что может происходить, на мой скромный взгляд, с вами. То есть вы чего-то хотите, вот, вы этого не получаете, например. Вот, и вам, в общем и целом, больно от этого, больно от этой ситуации. Вот. Значит, задача заключается в том, чтобы увидеть, какая потребность ваша, например, связана с именем, да? То есть, может быть, это вот потребность как раз связана с какой-то вот такой любовью, вниманием, заботой, признанием, вот. А может быть, там, условно говоря, есть какие-то нюансы еще, вот, о которых, понятно, что сейчас вы не знаете и,
сейчас вы вот, ну, можете об этом не сказать, можете об этом не сказать, да, и можете об этом, в принципе, не подумать, вот. А, значит, то, что вы описываете, значит, вот, в своем тексте свидетельствует о том, что действительно очень много подавленной злости, вот, агрессии на кого-то. Вот, если так сложилось в вашей жизни, что вам имя, когда вот, ну, ваше имя, да, использовалось, да, если так сложилось, что использовалось ваше имя в нехорошем каком-то ключе, вот, то есть, ну, вас, например, ругали, да, вас, например, как-то вот, там, допустим, обижали, оскорбляли, вот, то, само собой, разумеется, да, что вы будете чувствовать злость, когда вас, ну, когда слышите свое имя, вот, при этом, как-то вот вы будете объяснять себе этот момент, что вот вы, ну, что вы ненавидите себя, что вы вот, ну, что вы к себе относитесь нехорошо. А на самом деле вы злитесь на тех, кто ваше имя произносил, он произносил его вот совсем не в таком ключе, да, вот, каком бы вам хотелось, ну, например. Соответственно, ваши эмоции и чувства, на мой взгляд, нужно прожить вот то, что, ну, у вас, что называется, горит, да, вот, это нужно прожить, чтобы вас это как-то вот, ну, не беспокоило, да, чтобы вас это не тревожило и не мешало. Вот. Это необходимо прожить. Вот. И свои потребности, которые у вас есть, вот. А, ну, ваши потребности, которые у вас есть, их необходимо, ну, желательно, по крайней мере, выразить, да, их желательно. Отследить. Вот, вот. И удовлетворять. Вот. Как-то, ну, по возможности. Корректно, по возможности, чтобы вы были удовлетворены, то есть, если вам хочется, там, не знаю, поддержки какой-то, да, если вам хочется, ну, любви, да, если вам хочется, ну, каких-то вот таких обычных человеческих радостей, вот, то вот нужно, конечно, эти потребности замечать и удовлетворять. В противном случае, ну, ничего хорошего из того,
из того, как вы обращаетесь с собой, да, не будет ничего хорошего. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Поэтому, значит, вам не нужно в этом смысле задаваться вопросами, а чего так, вот. А чего так, ну, а чего так, как есть. А вам, мне как мне кажется, имеет смысл пойти на психотерапию, вот, и последовательно в себе разбираться. Сейчас вот проживаю чувства, да, эмоции, которые вы испытываете, потому что, ну, абсолютно нормально, что после какого-то опыта в своем прошлом вы вот несете определенные переживания, значит, до сих пор. Вот. Вот такая вот история. Ну и что же, на этом, пожалуй, можно было бы закончить. То есть я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. А я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.